Это продолжение FIFA сериала, где я играю за Индию. Если вы начали просмотр не с первой серии, то, пожалуйста, перейдите к ней. Всегда интересно знать, что происходило до этого, а не начинать просмотр фильма с середины. Ссылка на первую серию появляется прямо сейчас в верхнем правом углу. Ну, а всем остальным приятного просмотра! Так, начали ход, что-то мне Ванидзе прислал крабы на какао. Ну, почему бы и нет. В принципе-то. Так. Японец не взял. Иностранный легион, потому что иначе он был бы первый по армии. Он, скорее всего, взял вот этот Universal Суфражисток, в общем, взял. Но у меня со счастьем все нормально. Я не думаю, что мне вот сейчас это имеет смысл. Хотя на 50% дольше длится Золотой век, но я лучше возьму иностранный легион и попробую закончить с Сиамом. Когда у нас там заканчивается защитный пакт на 173 ходу? 8 ходов еще. Норм. Заодно, кстати, дань можно собрать с городов государств. А, вот где проходит защита от Японии. Так сказать, линия Маннергейма. Одна из. Видимо, такая же территория, как у меня к Сиаму. Там тоже у него два города, которые фиг достанешь.
Так, значит, 6 ходов. А до инженера у нас 4. Так что надо будет брать эту теху Оксфорда. Что у японца, кстати, построен Оксфорд? Тоже нет. Тогда, думаю, он будет Оксфордом брать. Как они у тебя не распускаются-то? У тебя минус 63. Да фиг знает. Они у меня распускаются периодически вообще. Так, ну, естественно, буду пытаться соль запретить. Не, блин, давай, еще что не предупредил меня об этом. Ну, еще чего? Или это, подожди, не, стой. Это у меня, все, не, ничего. Да я тут, то, что лагерь убивал. Ну, не лагерь, а обстреливал, короче. Цех, что ли? Да. Просто я думал, ты его берешь. Да я туда только пришел, да. Блин, лучше памятники природы предложил. Очень хорошо, прям идешь и денежку собираешь только. А, блин, это есть за чудеса природы. Куплю.
То есть вот тут есть проплыв к японцу все-таки. Так, 4 хода, а Оксфорд строит всего 2 хода, значит мне надо лучше армори тогда строить. Важно все по тай. Надеюсь просто, что японец там отвлечен от... Ну, то есть рассеяно внимание, так как он с греком воюет. О! Соль прошла, и культура от чудес. Все, прям все, что мне нужно, и прошло. Ну, что там у японца? Грусть стала? Нет. О, у него Оксфорд. Следующим ходом, блин. Денег у меня, конечно, дофига. Но смогу ли я, тем не менее... Блин, статуя свободы. Давайте смотреть по техам. Сколько... Я-то, конечно, первый, но... Это не значит, что у японца меньше технологий. Так, у меня 184, у японца 172. Но он вполне мог не открывать химию и удобрения. Вот в чем дело. Так, Оксфорд почему-то один ход у меня. А мне не надо один ход. Давайте фрегат построим.
Варвары внезапно. Так, есть тут еще вот, необработанная клетка. А нет, нету проплыва к японцу. Интересно. То есть, видимо, вот тут голландец и японец на одном каком-то море находятся. Неужто построит раньше меня? Так, вот инженер. Давайте его спрячем сразу. Сейчас Оксфорд будет два хода, небось. Нет, один. Или в пластик идти. Сомневаюсь, что мы тут будем воевать на самолетах. ГИС – подробный справочник организации на 3D-карте города. Жители 273 городов в 8 странах мира ежедневно пользуются 2GIS. Телефоны, адреса, сайты компаний, часы работы, поиск проезда и схемы движения городского транспорта – все это внутри 2GIS. А мобильное приложение 2GIS – один из лидеров среди бесплатных программ в категориях навигация и путешествия. Воспользуйтесь онлайн-версией прямо сейчас на сайте 2GIS.ru или скачайте бесплатно для Android, iOS и Windows Phone. 2GIS, если быть точным. Красиво в демографии. Ну что там, Грек, отбиваешься? Мы не воюем. А, уже мир заключили? Нет, у нас мира нет. Ну, я так граблю ему тут кое-каких лет. Ну, в общем, просто он к тебе пройти не может, поэтому... Ну, по сути, да. У него ученый появился. Может, все-таки у него не будет инженера? Давайте, кстати, глянем. Не вы, вот только что у него появился ученый. Так что я не думаю, что у него будет инженер на статую свободы.
Сейчас просто мне даже интересно, что он возьмет с Оксфорда. Вот, он построил тоже Оксфорд. Вышел в Modern Era. Да, вышел. Да ладно, ну как так? Ну откуда? Короче, надо нападать на японца, что это трындец какой-то. Это трындец. Ну, мне тоже придется брать, конечно. Все равно. Replaceable parts, потому что... Я, по-моему, позже японца заходил. Он, по-моему, вообще второй заходил, поэтому я не могу его обогнать. Ну, я не буду, как вы понимаете, инженера сейчас тогда палить. Это, конечно, плохо все. В общем, ребят, надо как-то японца останавливать, потому что он сейчас построит статую свободы, и это трындец будет. Голландец, а там через тебя выплыть можно? Вот так. Так, следующим, по-моему, ходом у меня защитный пакт с Сиамом закончится. Что за Сиам? Я за Голландию проголосовал. Голландию? Ну вот. Японец меня уже прилично по производству сразу стал обгонять, как только построил статую свободы.
даже вот так, в подлодке прямо. Пойдем. Так, слушайте, а что, голландец до сих пор идеологию никакую не принял? Интересно. Ребята, кто-нибудь с Сиамом защитный пакт заключал? Нет. Просто если я на нее нападу, чтоб я не удивился отмене всяких сообщений. Ты уже созрел? Так вот, заканчивается у нас с тобой договор. Ну, ты всякую фигню предлагаешь в Конгрессе, типа там забанить мои эти ресурсы. Сейчас тогда я по-быстрому с японцами голландцами заключу. Ну, заключи с японцем и голландцем, классно. О, ничего себе, Занзибар какой, оказывается. Угу. А кто-то еще говорил, что Кракатау где-то было. Было такое или мне приснилось? Оно приснилось, оно там, Анг, Сауанг. А-а-а. Точно. А вот и Крокотау. Все, я все чудеса нашел. Что говоришь, мальчишка? Каски, говорю, у японцев. Ну так он же вышел в этот в Статую Свободы. Конечно, каски. Да. Конечно, каски. Кстати, голландец, меня что-то удивляет, что ты до сих пор без идеологии. Что случилось? Уголь он так, не меня. Да, проблема на нашей стране вообще беда. Так а чё, например, ко мне не обратиться? Я ж могу помочь. Как-то народ, если нет угля, то все, и как даже ни с кем не торгует, ничего там не просит. Я ж подумал, в современности выглядит еще. Так, слушайте, а тут больше и не надо фрегатов. Вот тут уже эти легионеры. Да, все для тебя. Рассветы и закаты.
Еще один японский шпион убит. Классно. Я почему-то думал, что у нас, да, 172. Ну, надо же было смотреть. А что у тебя на 177-м ходу будет? Ты мне что-то приготовил, да? Приготовил, да? Ну, да. Ядерки. Стрелся. Да, на бедный Сиам, весь легион пустил. За что? Не понял. А где... А, храм я бесплатный, наверное. Да. С Аи Софьи. Ух ты, требушет. Моя уметь плавать в океан. Твоя молодец.
Не пойму, а музей у меня что, уже построен, что ли? А, вот музей. Ясно. Слушай, ну ты прям требушетом поцарапал мне лак на сапогах, видимо. Ну, видите, у японца конкретно внутреннее море, вообще к нему никак не проплыть. Тебя это спасет? Да не спасет его. Нет, давайте, давайте ему деньги. Я считаю, что надо... Это очень классный способ еще и вас затормозить. Вот я так думал. Не, он предлагает мне ресурс поменять, но это, наверное, на 3 хода, может, на 2. Блин, или лучше Христа Претендера ускорить. Да. Просто счастья у меня и так дофига. Thank you.
блин, нельзя было так сразу все ставить в защиту. Убился. Да уж, офигеть, какая армия. Видимо, ты решил серьезно на этот раз. Извиняюсь, это Янчен с нашего поста. А кто-то откатил, да? Что-то не заметил. Да, я нечаянно поставил, хотел удалить, нечаянно нажал на отлит. Что-то я генерала не использую. Японец, а чё ты врал, что тут к тебе голландец может приплыть? У тебя конкретно внутреннее море. Вруша! Ну, заканчивайте ход, вы там на автомат же поставили. Ну чё, висим опять? Почему? Вроде не висим. У меня ничего не ходит. Ты брата не Что?
Ты проатаковал меня. Причем тут проатаковал? А других юнитов у меня больше нету, ты считаешь, да? Нет, если ты... Я тоже. Не знаю, у меня ничего не ходит. Кто вываливается на этот раз? В Дискорде нет японца. О. Ну все, у меня походило. Да, отлагало. Японец, а ты тут? Ну, если его в Дискорде нету, то, наверное, он нас не слышит. О, нифига себе, у меня денег. А чё у меня столько денег? Насобирал, блин. Опять завису. Один фут до пластиков. А, блин, я ж ур покупал. Голландец, а у тебя с японцем защитный пакт? Нет, нету. Это хорошо. Хорошо уже присматриваться к новой жертве. Все, всем спасибо за игру. Тебе спасибо. Да, оказалось, даже за два хода
А вот представьте, он был бы хостом. Сейчас бы опять рассинхрон какой-нибудь. Спасибо за игру. Вы только как закончите в встрече, напишите позиции и все такое. А я напишу уже, наверное, в тему общую. Угу. Все, всем пока, всем удачи. Давай, удачи. Блин, японец, дай хоть одну касочку убить, а? Что-то жадный такой. И проблемы с культурой, а археологов фигачит. Подожду, когда Сичуналай сгорит, и тогда буду крепость ставить. Я не смогу использовать. Вот тут круто. Тут круто. В общем, зашибись. Блин, мы опять висим. Ну, блин, я думал, хоть этот вылетит. Станет лучше. Неужели вот сейчас у всех со всеми нормальный пинг был? Вот я не верю. Показывает, да, у всех нормально. Японца опять начало кидать в Дискорде. Может быть, с этим как-то связано. Ну, первый раз так и получилось. И он, когда ход заканчивает, тогда лаги прекращаются. Я не знаю, вот так было первый раз. Вот он закончил ход, и у меня начали приходить.
Слушай, голландец, можешь из Утрехта... А, блин, я и так проплываю. Я думал, если там стоит юнит, то я проплыть не могу. Там вверху где-то. Кумир национальных чудес. Два. Три, четыре, пять. Пять. Лучше уж вот это взять. О, Ванидзе. Куда? Да, ребят, с вами мука просто играть. Просто мука. Ванидзе, ты тут? Да, я здесь. Как, сейф или я попытаюсь подключиться? Ты попытаешься подключиться. Когда будешь готов, заходить, скажешь. Да, я готов. Стоп, стоп, не готов. Я же в друзьях не кинал никого. Сейчас. Ты заходишь уже? Нет, мне нужно добавить хоста, друзья, я так думаю. Просто все равно у нас опять юниты не ходят. Дарвил, там никто левый не заходит случайно? Нет, никого нет. Ну что, все нормально у тебя там? У меня да.
Блин, ну почему выкидывает-то тебе? Так, у меня ходят юниты. У меня тоже ходит. Ну все, играем. Кстати, лаги пропали. А у всех пропали лаги? Я думал, это из-за того, что я хостом стал, у меня пропали. А, нет, начались обратно. Да. Что-то завис опять. Опять японец. Ну вот, из-за него, походу. Видишь, он стал это, как будто ход закончил. А он, наверное, подожди, он что, закончил? Он не появился. Да, вот он заканчивает ход, и сразу начинается лаг. Почему? Ну да, да, я говорил, у меня просто поймите. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. На этом пока все. Продолжение через день или два. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. И раз вы досмотрели до конца, то у меня к вам просьба. Поставьте лайк. Вам это ничего не стоит, а мне будет приятно и поможет распространиться моему видео. Ну и если вы хотите поделиться этим видео, то я совершенно не против, а только рад. Разместите его у себя где-нибудь в социальных сетях или просто сообщите вашим друзьям. Спасибо, что досмотрели до конца. Удачи и играйте в умные игры.